От получения сигнала «тревога» до прибытия на охраняемый пункт считанные минуты. Сотрудники группы задержания должны быть всегда готовы к любым внеплановым ситуациям, будь то ограбление или буйные жители. Поэтому и условия конкурса профмастерства максимально приближены к реальным. Участникам необходимо прибыть на охраняемый объект, обезвредить условных правонарушителей и блокировать все входы и выходы. Главная задача конкурса – это проверка и оценка профессиональных качеств и умения действовать в экстремальных ситуациях. С этой задачей наши ребята справились достойно. Проведение данного конкурса, конечно же, позволяет не только оценить уровень подготовки сотрудников, но и дает хорошую возможность участникам обменяться опытом. Также позволяет совершенствовать профессиональные навыки и умения. Кроме знания теории, росгвардейцы должны отлично стрелять, быть в хорошей физической форме, уметь оказывать первую медицинскую помощь. Поэтому испытания проводятся по каждому из направлений. По итогам в личном зачете победителем стал сотрудник из Сенгилея Игорь Никаноров. Соревнования прошли отлично. Сложностей особых не возникло, потом, так как готовились усердно к соревнованиям, много тренировались, отрабатывали. Соперники были достойные. Инзинский отдел, Ульяновский. Сильные соперники. А вместе с напарником Данилой Ильиным Игорь взял золото в командном зачете. Второе место заняла команда Индинского отдела. Бронза у коллег из города Ульяновска. Победители и призеры получили кубки, грамоты и призы из рук начальника управления Росгвардии по Ульяновской области Игоря Абашкина. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.